Становится так хорошо и прекрасно. Давайте положим карандаш, дома вы можете использовать такой метод, когда совсем тоскливо становится или совсем не хочется учить уроки. Сегодня мы с вами продолжаем работать. Тему и цель мы определили на первой половине урока. Мы с вами исследователи и совершаем мини-открытие. Скажите, пожалуйста, какими умениями нам нужно обладать, чтобы стать исследователями? Что мы должны уметь делать? Наблюдать должны уметь мы? Да. Что еще? Сравнивать, обобщать. Какие еще слова? Что мы должны в мире видеть с вами, чтобы стать ученым будущим или будущим человеком науки? Проводить какие-нибудь опыты. Опыты, хорошо. Учиться еще что? Уметь анализировать. Уметь анализировать, это важно. Исследовать. Замечать важнейшие детали. Замечать важнейшие детали. А если мы в коллективе работаем, то что мы должны друг друга? Поддерживать. Уважать. Поддерживать, уважать. Ребят, еще что? Помогать. Помогать. Пожалуйста. Уметь работать в команде. В команде. Ребят, вы молодцы, вы назвали те основные пункты, которые по жизни вам будут помогать. Но эти пункты должны сегодня у нас с вами сработать. Итак, для того, чтобы быть исследователем, каждый исследователь ведет какую-то рабочую тетрадь. В качестве у нашей рабочей тетради будут рабочие листы. Я, пожалуйста, прошу наверху записать сегодняшнее число. Сегодня у нас 3 апреля. Запишите свое имя и класс. Пишем красиво, стараемся. И понимаем, что письмо должно быть читаемым. Мы должны прочитать, что мы записали с вами. Мы с вами в первой половине урока составили дерево вот таких интересных слов. А что они означают? Давайте с вами произнесем. В помощь в рабочем листочке у нас есть второе задание. Давайте посмотрим, о чем оно. Айхан, какое задание записано у нас с вами? Заполните пропуски. Заполните пропуски. То есть часть текста у нас с вами что? Есть, а немножко совсем. Мы должны уже обобщить сегодняшний материал и произнести. Кто готов сказать, что такое окружность? Окружность называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек плоскости, расположенных на заданном расстоянии от данной точки. Дополнения есть у кого какие-то? Все согласны? Значит, давайте мы с вами посмотрим, что окружность, да, наши рисунки, с помощью которых мы сформулировали с вами сегодня тему урока, также показывают окружность и круг. А круг тогда, что это такое? Как сказать своими словами или научным языком? Кто сможет произнести определение круга? Что это такое? Предлагаю воспользоваться литературой. Это наш учебник. Ты готова произнести, но все-таки ребятам я советую открыть учебник. Давайте мы его откроем для того, чтобы точно произнести это понятие. Итак, ребята, я, пожалуйста, прошу сейчас открыть учебники и посмотреть определение круга.
Что же у нас здесь сказано в учебнике? Страничка 131. Кто готов нам познакомить нас с текстом? Айхан, пожалуйста. Группа называется эллиптическое место точек, расстояние, которое задано точке больше данного положительного числа. Положительного числа. А вот центр будет так же, как у окружности у круга, или у круга не будет центра? Или все-таки он есть? Посмотрите дальше, что у нас здесь имеется. Миш, как ты думаешь, центр будет у нас? Да, будет. Он будет задан точкой. Так же, как и у окружности. Хорошо, молодцы. Значит, ребят, не забывайте, что если мы с вами какой-то материал не знаем, в помощь нам всегда с вами книга. Мы всегда можем ее открыть и прочитать все то, что нам мало знакомо. Давайте дальше посмотрим, что же такое диаметр. Диаметром окружности называется отрезок, разделяющий диаметр. Так, да, хорошо. Проходящий через окружность. Так. И через центр это сама окружность. Так, есть какие-то чуть-чуть несогласия, что-то мы, может быть, хотим донести, или мы с Михаилом соглашаемся, пожалуйста. А хорда? Нет, мы пока про диаметр сейчас еще. Мы живем и дружим с диаметром. Диаметр это так же, как хорда, но проходит через центр окружности. Но все-таки это что такое? Это отрезок или прямая? Отрезок. Это отрезок, конечно, ребят, это отрезок однозначно, но обязательное условие – это пройти через центр окружности. Путешествие совершается именно так. Дальше у нас с вами радиус. Что такое радиус? Кто готов сказать? Диаметр, как и радиус, касается центра окружности. Так. А вот соразмерность длин, соразмерность величин. Диаметр равен двум радиусам. Диаметр равен двум радиусам. А вот с этой формулировкой все согласны, ребят? Да. Согласны все, потому что мы с вами видим на построении именно таким образом. Следующее интересное слово – хорда. Что это такое? Что за загадка такая хорда? Руслан, пожалуйста, хорда. Хорда – это отрезок, соединяющий точками из разных сторон. Ну, с разных сторон. А у кого-то, может быть, что-то еще есть где-то что-то по-другому сказать? Кто может сказать? Кто немножечко, может быть, чуть-чуть? Это отрезок, который что соединяет? Любые две точки, абсолютно они точно. Не проходят через центр. И не проходят. Но ведь диаметр у нас тоже отрезок с двумя точками, но только он что? Проходит обязательно через центр. Следующий момент у нас с вами – дуга. В начале урока я вам показала вот такой спортивный инвентарь. Это обруч, в котором у меня поставлены две точки. Что эти точки делают? Для чего они? Зачем, Руслан? Они обозначают дугу. Но они обозначают еще? Они делят эту кругу на две части. Ну, в данном случае на две. А какую закономерность мы вот можем с вами посмотреть? Вот две точки, да? Сколько дуг получается? Одна. Раз. Два. Два. То есть одна у нас маленькая дуга, другая большая. А если у меня еще одну точку сюда я добавлю? Три. Значит, какая у нас с вами закономерность рождается? Чем больше точек на окружности, тем больше дуг получится. А если более конкретно? Количество точек и количество дуг одинаково. Одинаково, конечно, ребят. То есть вот эта закономерность, она иногда спасает, когда мы начинаем решать с вами геометрические задачи. У вас на рабочих столах лежат окружности. Кусочки бумаги, кусочки плоскости. Посмотрите, как можно с помощью них... Может быть, можно, а может быть и нельзя продемонстрировать диаметр, радиус, хорду, при этом не используя никакие инструменты, но что-то, какая-то загадочка должна здесь быть. Что может быть? Их надо согнуть. Согнуть или как мы говорим? Сложить. Сложить, да? Сейчас постарайтесь каждый выполнить эту работу и изобразите с помощью кусочка диаметр, радиус и хорду. Пожалуйста, прошу каждый, как вы себе это представляете.
Итак, у вас три должно быть отметки, поэтому, пожалуйста, прошу всех поработать. Вы можете между собой в парах пообщаться для того, чтобы, ну, может быть, какой-то еще совет друг другу дадите, и, может быть, где-то почувствуете плечо одноклассника. Если кто готов, пожалуйста, руку можете поднять, и мы тогда с вами чуть-чуть пообщаемся. Итак, я, пожалуйста, прошу, у Самиры все получилось? Да. Все получилось, молодец. Миша, что у нас получилось, как получилось? Если смотреть пополам, тогда да. Получится то, что мы найдем рай идеально. Миш, подожди, а пополам это что мы делаем с тобой? Накладываем что? Что мы делаем? Наложили две что? Половинки, да? И они должны ровненько у нас с вами что? Сойти, совпасть. А мы можем утверждать, что это диаметр? Да. Можем утверждать, потому что мы как раз с вами этот центр нашли. А дальше что, Миша, пожалуйста, продолжаем. Если сложите еще раз пополам. Так, давайте попробуем. Вот я пробую еще раз на большом кусочке то, что можем увидеть с вами. Можно найти радиус. Увидеть. Так, хорошо. Все согласны с этим? Да. Возражений нет, я думаю, да? Ну вот наша окружность получилась, Миш. Ну и третье, последнее уже, давай посмотрим. В каком-то месте можно развернуть край окружности, и тогда можно получить форму. И мы получим форму. Вот посмотрите, вот у меня более такая крупная окружность, да? Ребят, у тех, у кого не получилось, у кого идея не посетила, вдруг нечаянно так мимо пробежала вас, постарайтесь увидеть. Значит, еще раз, если мы складываем пополам нашу окружность, мы получаем что? Диаметр. Если мы еще разочек с вами сложим радиус, и если мы абсолютно любой вот взяли сторонку, свернули, то мы получили форму. Молодцы, ребят. А следующий у меня вопрос вот такой. Мы говорим сегодня про окружность. Но представьте себе, что у нас нет ни циркуля, с помощью которого мы как бы приучены строить, у нас нет линейки лекальной, где есть окружности. А как тогда выйти из ситуации, чтобы нам изобразить эту окружность, ну и получить какой-то результат? И может быть какая-то еще идейка интересная у вас появится? Кто готов, пожалуйста, Мадонна? Нужно разыграть ее на определенной территории, поставить точку, а потом от этой точки отступить определенное расстояние, условно 2 сантиметра. Вот какие-то дополнения можно сказать или все как должно быть? Надо ставить несколько точек от центра окружности, да. По одинаковому расстоянию. Чем больше точек будет, тем четче получится. То есть, смотрите, мы с вами ставим первый шаг, что? Центр поставили. Дальше в руки взяли что? Линейку. Задали себе карандаш, задали себе радиус нужной величины. И от этой точки мы потихонечку набираем количество точек. И чем их больше, да, тем точнее будет наша окружность. Вот такой выход можно найти из ситуации, которую вы сегодня предложили, и вы здесь молодцы. Хорошо, давайте перейдем к нашим рабочим листам и посмотрим следующее задание. Следующее задание мы выполним, это номер 3. Давайте посмотрим, что же здесь у нас с вами предложено в рабочем листочке. Серафим читает задание. Постройте окружность диаметром 6 сантиметров. Задание А. Проведите в этой окружности радиус, диаметр и хорду, не являющимся диаметром. Б. Отметьте отрезок, равный 2 сантиметрам, концы которого лежат на окружности. В. Измерьте радиус окружности. Измерьте радиус окружности. Ребят, с каким инструментом мы сейчас будем с вами работать? С циркулем. Смотрите, сейчас работа с циркулем, это значит у нас работа с колющим инструментом, да? Давайте с вами вспомним чуть-чуть, немножечко, техники безопасности. Если мы хотим выручить соседа и поделиться своим циркулем, как мы его должны передавать, чтобы не нанести травму? У колющей стороны, то есть такой стороны, как наша. Да. То есть у нас есть ручка такая, да, или мы говорим тупой конец, мы направляем в сторону того ученика, кому мы хотим передать, а колющая часть, она смотрит на нас.
Я, пожалуйста, прошу сейчас выполнить задание, которое только сейчас нам озвучил Серафим. Прочитывайте внимательно. Мы работаем с вами в парах. Вы можете немножко полголоса с собой общаться. И это задание номер 3. Работаем в рабочих листах, соблюдая технику безопасности. Так, здесь все получается. Не выходим за пределы поля, да, помним. Вот теперь я сейчас уже смотрю, ребят, диаметр, да, да. А радиус будет, что у нас мы только сегодня сказали? Два раза, половина меньше. Хорошо, все, молодец, хорошо. Хорошо, все получается замечательно. В каждом пункте у нас есть свои нюансы по выполнению. Все-таки немножко проявите находчивость и обязательно выполните так, как написано в тексте, не меняя самого задания. Проставьте и обозначьте, пожалуйста, все полученные точки буквами латинского алфавита, чтобы было понятно, с какими отрезками мы с вами будем дальше работать. Аккуратные, четкие линии. Значит, у вас все получается, и как исследователи, вы молодцы. Все получилось у всех, окружности ровные, четкие, линии прочерчены по линейке. Это значит, что вы этим навыком овладели. Меня это радует, а вас? Да. И вас тоже, конечно, радует, потому что мы старались над этим и пытались сделать так, как это должно быть. Давайте перейдем с вами на вторую страничку нашего рабочего исследовательского журнала, нашего рабочего листа, и у нас есть задание номер 5. Чем оно интересно, чем оно необычно, и почему, как вы считаете, оно внесено в наш рабочий журнал? Для чего? Зачем? Смотрите, сколько у меня вопросов. Ну, давайте попробуем ответить. Серафим, твоя идея. Найдите диаметр окружности, если на 10 метров больше радиуса этой окружности. Для чего нам такое задание? Чтобы мы что? Научились высчитывать диаметр окружности, зная его радиус. Зная его радиус. А что нам поможет высчитать-то? Мы только сегодня говорили. Диаметр в 2 раза больше, чем радиус. Это ключевая фраза для этого задания. Используя этот ключик, ребят, пожалуйста, его выполните так, как вам кажется, что будет верно. Еще раз напоминаю, что вы сегодня работаете в парах. Вы можете с соседом держать маленький совет. Все, пожалуйста, приступаем. Здесь построение у нас отсутствует. Здесь только решение. Здесь нужно показать, как же будет вычисляться, да? Если вдруг вас сейчас не осенила какая-то идея, которую мы сейчас воспроизвели, вы можете просто написать словами главную мысль, что нужно что-то сделать, а что конкретно запишите, если сегодня и сейчас вы не готовы просто выполнить вычисление. Итак, Никита, давай прочитаем это задание. Используя данные, указанные на рисунке, вычислите периметр треугольника А, О, В и длину диаметра окружности. А треугольник-то давайте рассмотрим. А, В, он какой здесь изображен? Какой, Рамазон? Равнобедренный. А как ты понял, что он равнобедренный? Как ты понял? Какие у тебя вдруг вот основания возникли, что это равнобедренный, Руслан? Там, здесь показано, что одна сторона 7 сантиметров, а у равнобедренного треугольника две стороны одинаковые. А как мы поняли, какие тут стороны вообще? Назовите мне имена этих сторон света. АО равно АОБ. А почему они вдруг стали равными? Потому что два равных всегда одинаковые. Потому что эти длины, что у нас, Миш, являются радиусами. А мы только сегодня с вами сказали, что радиусы, они равны будут. И где бы мы точку на окружности не поставили, и как бы мы ее с центром с вами не соединили, они будут равны. Выполнить это задание. У вас здесь только решение. Построение, оно здесь отсутствует. Постарайтесь выполнить. Не забывайте чувствовать плечо соседа. Ребят, а вот если мы говорим, что треугольник равнобедренный, то к теории-то мы какую привязку дадим? Как мы сейчас можем написать? Как мы можем зацепиться за что? Пожалуйста, Роберт. А, О равно ОВ, это равно 7 сантиметров.
следовательно, линия треугольника 7 плюс 7 плюс 6, равно 20 сантиметров. Так, это хорошо, это ты к периметру ушел. А вот к равнобедренному, то мы как бы доказательную базу, то что мы скажем? По теореме, по свойству? Конечно, ребят, не забывайте эту строчку теории сюда вписывать. Это важно, связь теории и практики. Не забывайте, что это материал, который требует внимания. Теория обязательно должна сопровождать любую геометрическую задачу. Итак, я даю еще прям ровно минуточку. Посмотрите, все ли у соседа решено верно. Выполните самопроверку и проверку так, чтобы вы убедились, что решение выполнено верно. Да? Здесь у нас все получается. Домашнее задание мы должны открыть учебник и посмотреть. Учебник мы откроем на страничке 133, номер 478 и 479. Как такие задания называются, когда нам нужно и нас просят начертить. Как они называются? Почитайте, посмотрите в начале, да? Как они называются? Практические задания. Практические задания. То есть мы сегодня с вами много провели практики, но дома нужно что сделать? Закрепить эти навыки построения. Раз. Второе, что закрепить еще раз? Определение, какие, назовите, что мы сегодня нового с вами услышали, узнали. Окружность, еще. Еще. Диаметр, еще. Хорда и дуга. Хорда и дуга, еще. Хорошо. Посмотрите, мы сегодня с вами поработали над построением и вспомнили, как можно построить, не имея циркуля, да, не имея инструмента. А давайте вспомним, какая цель была в начале урока, что мы с вами должны были научиться за сегодняшний урок, что мы делали сегодня. Итак, ну, пожалуйста. Окружность, хорда и диаметр, их свойства. Их свойства мы изучили, да? Но только свойства у нас останутся на следующий урок. Хорошо. А еще-то, что мы сегодня с вами делали? Какие задания выполняли? Какие задания? Практические задания на построение. Итак, и в завершение, наверное, нашего сегодняшнего урока мне очень бы хотелось вам сказать, что вы сегодня работали хорошо, что у вас сегодня у всех, у каждого получилось все то, что мы с вами поставили цель и задачу в начале урока. А это значит, мы достигли какого-то успеха. У кого-то он совсем маленький, а у кого-то он большой. Кто-то сегодня еще только впервые услышал, что такое хорда. А кто-то из ребят эти знания принес еще с 5 и 6 класса. Поэтому я сегодня за вас очень рада, мне было очень приятно работать. И сегодня оценки за работу, за устную работу я выставлю в журнал и отмечу всех вас, ребят, кто сегодня был активным, поднимал руку. Но и работа на рабочих листах, она тоже будет оцениваться. Я, пожалуйста, прошу в правом нижнем углу на втором листочке выставите себе самооценку, как вы сегодня работали на уроке. Вы можете цветным карандашом, можете просто ручкой, так, как вам, ну, захочется. Ну, и в качестве рефлексии у нас есть ступеньки. Давайте посмотрим, что там за ступеньки. У нас три состояния эмоциональных. Обведите в кружочек или нарисуйте сердечко рядом с той ступенькой, где вы сейчас считаете, что вы находитесь. Пожалуйста, прошу использовать цветные карандаши. Итак, ступеньки у нас на последнем листочке. Каждый из вас оценивает свое внутреннее состояние. Ну а теперь повернитесь к соседу, улыбнитесь, все улыбнитесь и скажите хорошее, доброе слово. А я вам, ребят, сегодня говорю в конце урока огромное спасибо. Вы сегодня отработали очень хорошо, молодцы. Урок закончен. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.